Здравствуйте, дорогие мои дорогие подписчики, а также любители заказов Avon. Я очень долго не снимала видео, но как долго? Для меня долго. Бывало, я каждые 2-3 дня выкладываю, да. А тут, конечно, с этими новогодними всеми праздниками. Один раз у меня в этом месяце вышло видео, и вот это будет у меня второе по заказу Avon, по первому вот такому вот каталогу. Заказ, конечно, небольшой, как всегда по первому каталогу бывает. В принципе, у меня здесь весь заказ, кроме шампуни, знаете, там, да, по 12 штук. Вот это вот, ну, у меня уже забрали, поэтому здесь этого нету. Значит, с этой стороны у меня вот это вот все мои подарочки. В принципе, сумка, да, это тоже подарочная. Ну, давайте я вам ее сразу и покажу. Сумочку я заказывала по Avon клубу, как вы знаете, да? Ну, представители знают, что у нас такой есть клуб. Не знаю, в принципе, зачем я ее заказала. Ну, как бы за рубль или там за 10 рублей нам приходит. Я что-то, честно говоря, не помню. Вот так вот она выглядит. Здесь одно отделение, вообще просто одно. Совершенно там нету никаких, ни под телефончик, ничего. Просто одно такое вот отделение, все. Вот материал, тут подкладочка, ну, обычно такая, знаете, тоненькая. Ну, за бесплатно как бы нормально. Плюс здесь такой ремешок на лето. Сама, наверное, я думаю, что я ее не для себя взяла. Может быть, продам, честно скажу. Может быть, кому-нибудь подарю, какому-нибудь молодой девчоночке. Вот. Просто когда в Avon клубе, ну, выпадает что-то такое более-менее стоящее, а не там карандаш для глаз, я стараюсь брать такие вот вещи. Потому что они всегда пригодятся. Так, дальше. Дальше сушка. Это у меня заказали. И также это у меня здесь заказали гель-лак. Лак и еще что-то тоже. По-моему, тоже лак. Это заказала подружка. Такой вот зелененький. Вечером придет, заберет. И такой вот гель-финиш. Очень хорошие вот эти вот лаки. Мне они нравятся. И всем я их советую. Вот. Так, далее. Далее, это я себе заказала пенку. И, по-моему, мицеллярку. Да, мицеллярная вода, очищение. Девочки, пенка суперенная. Пенку я уже заказываю, ну, как бы, вообще не первый раз. Она очень классная. Она для нормальной и комбинированной кожи. У меня кожа в нескольких местах склонная к жирности, поэтому она мне подходит просто идеально. Не содержит она мыло, подходит для чувствительной кожи, протестирована на аллергенность, не содержит парабены и красители. Ну, для кого опять это важно, да? Вот. А мицеллярную вот водичку я ее взяла для себя первый раз. Поэтому, ну, на данный момент ничего не могу еще сказать. Ну, опять же, здесь также все написано. Подходит для чувствительной кожи. Протестировано на аллергенность. Не содержит парабены и красители. 200 мл. В общем, попробую. Потом как-нибудь скажу. Так, и очищалочка тоже это у меня заказали. Средство для снятия макияжа с глаз. Очень многие ее любят. Но это я не люблю, потому что она оставляет, ну, знаете, как вот... смоешь, да, макияж с глазок, и вот какая-то пленка такая на глазах, ну, в общем, не мое. А многим очень нравится, говорят, она нежная такая, ну, смягчает кожу. Я думаю, у кого очень сухая кожа век, ну, хотя кожа век, она у всех сухая, ну, в общем, не знаю даже, честно говоря, почему она кому-то нравится. Далее, заказала, опять же, себе я вот такой вот ролик от Nutra Effects, сияние, осветляющая сыворотка для кожи вокруг глаз. Не устану повторять, что опять это мой must-have. Как она у меня заканчивается, я всегда покупаю новый. Здесь ролик такой, это, ну, железный шарик. Сыворотка сама по себе тоже очень классная.
И здесь вот, ну, батареечки, они вставлены. Вот, слышите вибрация. То есть утром там круговыми массажными движениями, не знаю, мне очень нравится, здорово снимает после сна припухлости такие небольшие, хотя, конечно, я не могу сказать, что они у меня большие, вы меня видели, но в ночные смены, я говорю, я всегда такую сыворотку держу у себя на работе, после ночи, после бессонной ночи она просто идеальна. Так, далее, здесь у меня три помадки, значит, вот эту помаду у меня заказала моя клиентка, но она, кстати, точно такая же, как и у меня здесь есть. Давайте я вам покажу, это Ультра, это одна из самых моих любимых помад Вейвен, у меня несколько любимых помадок Вейвен, и одна из них вот это вот Ультра, значит, вот такой вот цвет, и... Вот такой вот. Очень понравилось мне. Заказ я уже получила, знаете, наверное, с неделю назад. Не, ну не с неделю, дня 4, наверное, назад. К сожалению, у меня совершенно не было возможности снять видео. Поэтому вот показываю только сейчас. И помаду я уже испробовала. Ну, Ультра я давно как бы эту помаду-то брала. Просто цвета такие вот я взяла первый раз. Значит, вот это вот вам покажу. Это спелая папайя. Вот она. Вот здесь вот она на картинке так вот выглядит. И так вот она выглядит. Сейчас сделаю сводчик. Так, давайте вот здесь. Мне эти цвета очень идут, конечно, поэтому они мне очень понравились. На зиму эта помада вообще замечательна. Такой вот он, как коралл в рыжину немножечко. Вот. И следующая у меня помадка. Так, это вот эта вот морозная дымка. В принципе, цвета совпадают, правда? Очень похоже, что ну, напечатанные, да, что здесь. Вот, помадка стоила всего 159 рублей, поэтому, конечно, я сразу взяла две. Ну и второй сводчик. В общем, классные помады. Вот на данный... Данной покупкой я очень-очень довольна. С легким шиммером. Я уже говорила, что зимой я не люблю матовые помады, потому что все недостатки кожи губ зимой, это сухость, да, там все такое, они очень в матовых помадах, конечно, заметны. А когда легкий шиммер есть, то как-то, ну, хорошо это все видно. Не видно. Так что такие помадки заказала себе и очень-очень осталась довольна. Да, хочу сказать, девочки, извините, я всегда делала самые выгодные, ну, обзоры такие по каталогам, да, самые выгодные предложения, а на первую компанию, ну я просто не успела сделать, потому что и дети болели, и что-то как-то потом на конференцию я ездила, только вчера приехала вечером, ну, по Эйвен. Поэтому, ну, и гости, в общем, все как-то так. Ну ничего, теперь мы войдем в свое привычное русло. И, конечно же, видео будут выходить, как обычно. И обзоры Эйвен, и другие, и влоги разные. Поэтому так. Дальше, на второй каталог я обязательно в ближайшее время тоже сделаю уже обзор самых лучших предложений для клиентов и для представителей. Так, здесь у нас пробник водички мне пришел. Новый мужской. Еще не пробовала, честно говоря. Кориандр, кедр и рис. Вот такой. Древесно-ароматический фруктовый аромат. Вот такая. Так, теперь давайте расскажу вам, что, какие у меня подарки. Значит, это я заказала по Эйвен клубу сумку, я говорила. Дальше, вы знаете, у нас была программа, да, кто в 17-е делал заказы, то в первые мы получали, заказывали подарки. Там была водичка лак мужская, мне пришла замена Эйвен Attraction мужской. Ну, в принципе, тоже на хорошая вода, поэтому на третьей неделе я делала заказ, и вот уже были такие замены. Также мне пришло... Русская баня наборчик тоже за 10 рублей. Это ухаживающая маска для волос.
Она очень-очень хорошая, классная. Она близка по своим качествам, я имею в виду по хорошим качествам, к маске Олива. Кто пробовал такую же маску от Планеты Спа с оливой? Ну, в общем, хорошая масочка. И также маска для глубокого очищения кожи лица. Тоже мне эта маска очень понравилась, с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Она как глиняная, может быть, тут в составе есть, честно говоря. Я не разглядывала состав, некогда. Но она такая, вроде сначала наносишь зелененькая, потом подсыхает, становится светлой. Или наоборот, что-то давно я использовала уже один такой тюбик, наверное, может, обзор делал, не делал, не помню. В пустых баночках, может, копится, там лежит. В общем, это вторая. Таких наборчика у меня было два. Один я, ну, отдала там. Обещала одному человеку. Вот. Дальше. Посмотрите, какие у меня здесь еще подарочки. Дело в том, что я ездила 13, 14 и 15 января этого года. Мы ездили на поощрительную такую поездку в спа-отель «Солнечный». Это Подмосковье. Ну, то, что какой восторг, это, ну, просто непередаваемые эмоции, ощущения. Спасибо, Эйвен. Обязательно, конечно, я все там снимала. Обязательно отредактирую. И тоже в ближайшую неделю, ну, может быть, 2-3-4 дня, я тоже выложу видео, посмотрите, потому что там, во-первых, все включено, и там бассейн под открытым небом. Представляете, и мы купались. Был мороз, а мы там плавали, потому что там вода горячая, испарение, ну, в общем, как гейзеры какие-то, в общем, клево. Кому интересно, заходите и просматривайте. Итак, ну, а что нам там подарили? Подарили нам сухой шампунь для волос. Это он у нас в третьем каталоге будет. Но я уже видела у девочек трендсеттеры, они хвалят его. Улана Светлана, например, смотрела, она сказала, что действительно хороший, достойный шампунь. И я сегодня его испробовала на своем старшем сынуле. Дело в том, что он у меня после операции, мы его вчера забрали домой, нас отпустили на выходные, и, сами понимаете, после операции голова не мыта, и нельзя еще как бы, потому что еще только, ну, совсем немного прошло дней. Ну, конечно, можно голову помыть, но когда есть такое дело, мы решили испробовать. Ну, вообще, девчонки суперенные, он сам, мужчина, знаете, ну, не верят в такое, пока сами не попробуют. И вот попробовал, и реально говорит: мам, вообще клево. Я говорю: ну вот, видишь, как здорово. То есть, вроде как бы он и постоянно-то и не нужен, такая вещь будет, но вот в каких-то таких моментах такая хорошая вещь, незаменимая, в принципе. Он как используется как лак, прыскается на волосы, там с расстояния написано 15-20 сантиметров, потом просто там в течение минутки-двух, как ты моешь голову маленько, втираешь, расчесываешь расческой, и все. Волосы у тебя уже такие приобретают достаточно свежий вид. Потом такая вот у нас супершок маскара нам подарили. Ну, супершок все знаете. В принципе, я ее открою, потому что, конечно же, я ее оставлю себе. Это просто будет новый такой весенний дизайн, тоже в новом каталоге, в третьем. Открывать ее не буду, потому что у меня еще люксовская незаконченная. Ну, как раз через месяцок я ее уже открою и буду использовать. Вот. И еще подарочком был вот такой вот наборчик Today. Там, вы знаете, я еще, честно говоря, не разбиралась. Может, это какой-то новый аромат, а может быть, обычный. Да, обычный, наверное. Ну, в общем, здесь Today 50 мл и крем-суфле для тела 150 мл. Такими подарочками нас порадовали. Ну, конечно же, были еще и другие какие-то подарки. Там не эванский, но самый, конечно, большой подарок — это то, что мы победили, и я со своим координатором Станечкой Кутузовой, ну, вот такая поощрительная у нас классная была поездка. Вот и все. Такой у меня небольшой получился заказ. Всем желаю всего хорошего, девочки и мальчики. Кстати, были там и мужчины-координаторы, на что вот все время я, конечно, удивляюсь, на мужчин таких, но вот есть, и они такие достигают, ну, достаточно больших и высоких целей. Вот, поэтому,
Кто еще не оформлен, но хочет оформиться, пожалуйста, ссылочка на регистрационный сайт под этим видео. Пожалуйста, оформляйтесь. Есть какие-то вопросы, задавайте. Все, делайте заказы Avon. Всем всего хорошего и до встречи. Пока-пока.